Накануне Дня медицинского работника губернатор Мурманской области Андрей Чибис поздравил персонал областной больницы с профессиональным праздником и наградил лучших специалистов. Медицинские работники ежедневно спасают жизни, особенно заметна их работа сейчас, во время пандемии коронавируса в регионе. Благодаря самоотверженному труду персонала больниц, смертность от болезни у нас намного меньше, чем в среднем по стране. Большинство заразившихся вылечились и вернулись к нормальной жизни. В этом заслуга врачей, санитаров, медицинских сестер, которые каждый день, не жалея себя, работают с зараженными. Чтобы поблагодарить медицинских работников за их труд, Мурманскую областную больницу посетил губернатор. Андрей Чибис торжественно вручил памятные грамоты, отличившим сотрудникам. Медицина наша работает по всем болезням. И наконец-то вот эта вспышка все-таки наглядно показала, насколько профессиональная у нас врачи на севере.